Это городская мурманская школа ДЮС-6 по зимним видам спорта, которая выиграла грант, которая занимается популяризацией хоккея, которая детей с самых маленьких лет выращивает, и потом они уже определяются, куда идти, либо в фигурное катание, либо в хоккей с шайбой. То есть здесь дети встают на коньки. Это самые азы дворового хоккея. Грант, 6-я спортивная школа по синтетическому льду, поэтому в школе сейчас ведутся работы. Я думаю, что мы этот лед постелим, все-таки у нас будет своя площадка, которая размещается здесь в ангаре. А этот сертификат, который сегодня, это мы его передаем в Апатиты, потому что это Дросхибины, просто не смогли сегодня приехать. Это будет детская форма для дворового хоккея. Команда Дросхибины получила этот сертификат, и я думаю, что там тоже будем помогать, будем развивать и будем участвовать во всех начинаниях доброго льда. А у нас наши специальные гости, наши лучшие девчонки, которые всем раздадут подарки, да, девчонки? Праздники, человек, наверное, 150 было. Дети были разные, дети были и фигуристы, дети были и хоккеисты, дети были и хоккея с мячом. Все, кто связан со льдом, именно с добрым льдом. То есть добрый лед становится действительно добрым в Мурманске.